Всем привет, друзья! Вы на канале X-Привет, меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в Evil Project Horrorfield. И сегодня, друзья, у меня будет полное прохождение этой игры. Поэтому с вас обязательно лайк, обязательно подписываемся на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И не забываем писать свой клевый комментарий. Но меня ждет экстремальная зона. Так, ребят, в самом начале надо сразу забрать самую сложную батарейку, которая находится вот... О, управление, как же оно меня, блин, бесит. Которая находится вот в этой вот стороне. Она самая сложная, потому что до нее потом дольше всего надо бежать, поэтому лучше этого сделать сразу, в самом начале, чтобы потом с ней вообще не заморачиваться и не париться. Так, подбираем, все. Так, монстра вроде нигде нету, да? Так, теперь бежим к генератору. То есть мы сейчас сразу две батарейки оденем. А потом уже пойду за ломом. Хотя можно, в принципе, было бы сейчас скинуть здесь батарейку, взять лом, открыть доски, ну точнее поломать доски. Ну, рисковать, ребят, просто не хочу. Это, чтобы вы понимали, это уже, наверное, седьмая или моя, или восьмая попытка, чтобы пройти эту игру. И, если честно, я бы ее прошел. Я ее не прохожу в основном из-за управления, которое постоянно я где-то застряю. Я надеюсь, разработчики это исправят, потому что, ну, реально, вся сложность тупо в управлении. И игра почему-то очень сильно нагревается, еще пальцы, блин, потеют. Хрен поводишь, реально это бесит. Так, этот свиноподобный кайдзю меня пока месть вроде еще не встретил. Ну правильно, нечему меня встречать. Лучше пусть гуляет, я тут тоже сам по себе, я волк-одиночка, он свин-одиночка, все хорошо. И вообще у меня одна кожа до кости, поэтому я ему точно не нужен. И да, друзья, я не знаю, там, короче, сортир, я пытался там что-то сделать, но у меня нифига там не получается, я не знаю, что там нужно сделать. Там ключом открываешь дверь большим, но потом ничего не происходит, то есть показывает то, что ты вроде там должен что-то взять. Я пытался и доски там взломать, и что это только не пытался там сделать, но все, ребят, было тщетно. Поэтому я постараюсь сейчас пройти игру, вообще не трогая туалет. Я, конечно, офигею, если там все-таки надо будет что-то сделать. Но я пытался, и у меня нифига не получалось. Блин, эти доски, что ли, взломать? Ладно. Так, есть. Так, давайте тогда сразу и нижние поломаю. Потому что нижние, ну, мне как бы поважнее будут. Ломай. Так, а где он вообще пошел? Он пошел, по-моему, где-то в эту сторону, да? Блин, а мне туда надо. А, не, мне надо туда. Все, побежали. Так, ну там батарейка, она самая ближняя. Я ее трогать пока не буду, заморачиваться. Я сразу, ребят, буду делать, стараться самое тяжелое. Меня здесь нет, ты меня не видишь. Я далеко нахожусь, ты меня не видишь, не слышишь. Как ты вообще здесь оказался? Ну реально, его здесь быть не должно. Он вроде в другую сторону шел. Так, мне надо туда, ребят. Там батарейка. Все, побежали. Так, вроде бы его нигде нету, да? Честно, я сейчас настолько сфокусирован, потому что уже, я же говорю, не первая попытка, и все мои попытки просто... Я проигрывал в самом конце, я уже и заводил генератор, и что только не делал, мне осталось только ключ-карту взять да отнести. Но он потом каким-то образом, я только беру ключ и просто погибаю. Так, давайте, ладно, уже эту тоже возьму.
Проходи. Так, вот она. Кстати, он сюда пройти, по-моему, не может, да, где я сейчас нахожусь, или может? Так, мне сюда. Это четвертая батарейка, то есть получается еще одну и все, ребят. Я могу заводить, но мне надо еще взять ключ и забрать ключ-карту. По сути, это не самое тяжелое, но, блин, надо преодолеть большой путь. С ключом и ключ-картой. Где-то он ходит. Так, его здесь нету. Все, получается, за сортиром находится последняя батарейка. Сейчас мы ее принесем. Блин, вон он. И он идет тупо на меня. Обалдеть. Ну вот сдался я тебе, а. Так, ладно, рисковать не будем. Да и вообще ничего нам тут пялится. Все, он ушел? Да, он ушел. Вопрос. Он просто вернулся обратно. Так, я рискну, наверное. Да, я рискну, возьму эту батарейку. Не, я рискну, возьму ключ. Не, я рискну, возьму эту батарейку. Все, побежали. Сейчас ставлю сразу, ребят, батарейку генератор. Генератор включится, после этого я возьму ключ. И постараюсь по-быренькому все сделать. То есть мне надо просто открыть коробку. И свалить. Так, все, генератор заведен, прекрасно. Теперь главное просто быть максималити аккуралити, ребят, просто максималити. Давай, давай, давай. Взяли. Где он есть? Так, это находится где-то там. Но надо аккуратно туда пройти, к тому зданию. Вот он. Давай, 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 давай. Так, все, ребят, то есть просто по логике вещей мне просто надо теперь взять ключ-карту и свалить. Я сейчас просто обалдею, если свин будет просто тупо там тусоваться и вообще ни влево, ни вправо не даст мне уйти. Может здесь, кстати, может быть там через сортир просто есть другой какой-то ход, ну типа через сортир свалить, через канализационную. Хотя там вроде обычный сортир и вряд ли там есть канашка. Ну, свинья туда вряд ли ходит. Давай. Все, ребят, мультипаспорт у меня. Фух, так, и все, я спустился. А, не, еще не спустился до конца. Так, теперь осталось просто определить, где находится монстр. Так, мне вроде бы сюда, да, надо? Вот, вот туда, 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 туда.
Давай, 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 давай. Есть! Есть! Это рофл? Или я выбрался? Так, ребят, я же выбрался, да? Ну вы же видели, я выбрался, да? Короче, ребят, ну вы сами все видели, я вышел в ворота, я все открыл, мне осталось только выйти, и я, по сути, прошел игру. Game over. Я не знаю, почему я заорал, может быть, концовочка какая-то не та. Но, ребят, по факту, я игру прошел. Я не знаю, почему так, ну не было его. Ну не мог он меня догнать, вы сами видели. Поэтому я решил, что все-таки я игру прошел. Я потом обязательно это еще проверю. Если вдруг там что-то есть, какие-то изменения, просто вам это покажу. Ну вы, ребят, были на канале Экспровид. Всем спасибо, с вас обязательно лайк, ребят. Реально старался, это попытка 7 или 8. Я потом выпущу несколько выпусков, там где я типа пытался пройти эту игру. И все типа неудачные дубли. Ну вы были на канале Экспровид. Всем спасибо и пока-пока.